на строечку. Сейчас поедем. Сегодня выспались, типа полувыходной. До 9 утра. Пока собрались туда-сюда. Сейчас уже сколько? Уже 12 только выезжаем. 12-13. Тучки вон какие-то нездоровые, видите. Со всех сторон набегает. Ну, ничего не остается делать. Все равно надо ехать. Строить. Сегодня много ответственных работ. Что как-то так. Рустик он набирает воду. Родничковая водичка у нас вообще очень вкусная здесь. Чистейшая, как слеза, вкусная. Просто ни с чем. Ни с какой кока-колой не сравнится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы едем дальше. Да, Рустик, вкусная водичка же у нас. Охуенная. Дай попью. Водички попьем. Вода класс. Бля, холодно. Ладно, поехали. Че, Руси, как спалось? Расскажи, ребята. Да хуй знает, я уснул, даже не понял, как, блин. Вырубил вообще маха. Че ты там смотришь, какие фильмы? Держи. Военные фильмы смотрю. Военные фильмы? На войну хочешь? Да, конечно, аж два раза. Че я там потерял? Готовишься. О, у нас тучи какие ходят. Ну, это я показываю. Про себя расскажи, что ты там смотришь. Только что я себе рассказываю? Ничего хорошего нету. Что ты кушаешь-то? А, вчера мы гречку готовили. Mm-hmm. Гречка-плов. Гречка-плов. Макарон-плов, гречка-плов. Надо ребятам подготовку будет как-нибудь писать. Ну, надо будет. Вон какие тучи ходят. Ну, тучи вообще вокруг нас угрожают просто. Как фашисты. Да. Говорю, поснимай себя, он тучи снимает. Да, все обо мне что знают. Стесняется. Чего тебе знают? Какой человек, какой алкаш. Алкаш? Не, сейчас я не пью давно. Да, Рустик не пьет. Даже не манит как. После того, как чуть не сдохнет. Ладно, ребятки, поехали, надо рулить. Там, если что, по дороге что-нибудь поснимаем. Вот так, ребята, мы едем на стройку. Дождь поливает, не знаю, что там за 100 километров, неизвестность. Осень, конец августа, на Урале уже осень. Что как-то так, сейчас так и будет, особо не построишься. Что там, поехали? Да ни хера стоят. Что, покурил? Рустик закурил, говорит, не курил. Да, закурил, да. Сколько ты не курил? Два месяца. Вон, ребят, стоим на этот, на переезде. Километр еще. Есть тут объезд, но километров 5-10 лишних. Ноги разворачиваются. Да не многие, два человека разве. Но ехать тоже далеко, бля. Че посмотрим. Че-то как. Вот, ребята, пока хорошая погодка, работка. Так что пока посмотрим, что-нибудь построим, может, сегодня. Вот, ребят, видите, вот такую точно надо сравнять. Рубаночек. Берем. Берем правило. Вот. Здесь тоже надо убрать немножко.
Вот, почти. Вот здесь немножко надо убрать, и будет ровненько. Красивая соседка живет, да. Красавица такая. И гладим ее, и наглаживаем. Да, ты маленькая. Ты моя хорошая. Ты моя сладенькая. Красивая девочка. Жених у меня есть для тебя. Большой, правда. Такая маленькая. Ребят, напишите, что это за порода. Красивая такая. Приходит нежно погладить. Умница. Но у нас это скромный обед. Тушеночка. Помидорчики. Домашние огурчики, да? Мясо. Хорошо запечатан. Сейчас покушаем. Будем дальше. Да забыли саморезы купить, гонял за саморезами. Благо недалеко магазин. Так что вот такое бывает. Все купили, кроме саморезов. Гвозди купили, все взяли. Правило купили. 750 рублей стоит правило. На 2 метра. А 2,5 надо было брать, у нас бы не вошло. У нас пила там была. Вот, ребят, такая тушеночка домашняя, вкусняшка, нормально? Мне Рустику нравится. Значит, супер тушеночка. Вот, ребят, временный пол, а потом это пойдет на обрешетку и вниз подшивать. Так что сейчас прикрутим, сгонял за саморезами, все это дело, и потом начнем стены собирать. Ну вот, ребята, что, сегодняшний день закончен. Дождик немножко нас помочил. Вот, сделали там опять пол уже, да, там с пол. Вот, разметил на стеночку, на первую, ну, длинную часть первой стеночки, где стойки будут стоять вот так. На завтра дождей обещают, но нам надо приехать, доска заканчивается. Короче, доски не хватит, нам даже на стены не хватит, надо еще на крышу. Так что все прокрутили, все саморезы, поехали мы. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Вот, ребятки, возвращаемся, уже темнеет, время 19:42 с работы. Вот такие у нас цены на бензин, газ 20.75. Я по 19 заправляю. 54 рубля, что стоит? Хера себе, подорожал.
Я даже не знал, думал, 50 стоит еще, 49. Это сейчас каких это, блядь? Или это только на этой заправке? Я помню, что 40, 92 все что-то до 50 был. Офигеть. Маленькая, иди сюда, моя хорошая. Ты хорошая. Ты сладкая пришла. Поздороваться. Поздороваться пришла. Ай, ты моя хорошая. Ай, ты моя маленькая. Собачка. Собачка. Усилась на меня. Вот, ребят, сделаем колышек, так крепим. Вот такой столик быстрый. Получается. Оно и так держится. Мы на скотч закрепили. Ну, скотч вдруг от солнца, от этого. Солнечной активности. Ну ничего, заказ. Вот, ребят, короче, нам не дали поработать. Такой вот столик сделаем. Не, ну что-то сделаем, сколько времени? 2 часа. Ну, ничего страшного. Завтра мне на работу. Так что надо тоже там. Мне на работу. Дома дела свои. Ладно, поехали. Будет такой ролик, хотели побольше поснимать. Главное, что доску успели разгрузить. Мы ехали, молились, чтобы дождя не было. А тут еще столик сделали, 6 стоек напилили, 5 на следующую стенку.
Сейчас вообще там 4 дня дождей обещают. Туча там громадная, может побыстрее будет. Ну все. Там может по дороге что еще снимем. Вот, ребят, такая погода. Ну как устроить, а? Такую погоду. Только лодки мы, подводные лодки мы устроим. Так, ребят, всю дорогу едем. Дождь, тут дождя даже не было, за нами прям гонится. Вот так вот по сухому едем, он нам капает, прям протирает окна. Да? Мы от него убегаем, он за нами.